Я сейчас хочу обращаться к армянам, которые живут на Горном Карабахе. Оставайтесь там и приезжайте в Армению. Есть планы, но не буду открывать. Будет все хорошо для вас. Сегодня я разговаривал с одним армянским депутатом в канадском парламенте. Есть хорошие планы насчет Карабаха. Оставайтесь в Карабахе. Никто не нужно приезжать в Армению. Все будет для вас хорошо. Вахиджан, у меня есть к вам просьба. Карабах Вахиджан. Вахиджан, можно вам вопрос, Вахиджан? Да. Вот вы генерал-лейтенант, миллиардер, у которого компания стоит 12 миллиардов долларов. Вахиджан. Немножко больше. Немножко больше. Вы миллиардер. Я хочу, чтобы кирвя моего сына были вы. Как вы на это смотрите? Пока нет, но в будущем может быть. Да, пожалуйста, я буду ждать, сколько вы скажете, хорошо? Потому что достойнее вас кирвя нет. Вы генерал и миллиардер. Это у нас, спасибо. У меня таких друзей больше спасибо. Нет. Поэтому я спасибо. Буду ждать, я не буду ему делать сюннет, пока вы не согласитесь, хорошо? Да, это пока не будет там мира между Арменией и Азербайджаном, такого не может быть. Потому что я своим народом. Вахиджан, этот Мардакерт пока не пал, да? Не пал, да, Джигарес? Нет, пока Кёх там. Кёх там, Кёх там. Кёх это знаменитый генерал. Да, значит, генерал, знаменитый генерал. Генерал, такой же замечательный генерал, как вы, я уверен. Может быть, нет, вы лучше. Он лучше, чем я. Он лучше, чем я. Он министр обороны на Карабахе был. Супер, супер. Вахиджан, Саватаном, сегодня подключили в Степанакерте азербайджанский свет. Азер-энерджи. Что вы думаете об этом? Свет это не азербайджанский. Вам платят за это свет. Нам платят. Нам платят армяне. Хорошо, Джигар. Это не азербайджанский. Согласен с вами. Джигар, то есть вы советуете армянам не выезжать из Карабаха, правильно? Оставайтесь в Карабахе, да. Сегодня у меня был тричасовой разговор. Очень известным армянином в канадском парламенте есть большие планы насчет карабахских армян. Оставайтесь там. Все хорошо. Будет для нас хорошо. Будет плохо для Азербайджана, будет плохо для России, будет плохо для Турции. В Канаде есть очень большой план насчет Карабаха. Вахиджан Саватам, как зовут этого генерала, напомните? Чох. Чох, генерал да. Чох. Да, Чох. Спасибо. Чох. Мы, да, вот Вахиджан, человек, которому доверяют все. Вахиджан, вы генерал-лейтенант армии Карабаха, правильно? Да. И человек... Но Чох генерал, почти маршал. Чох почти маршал. Маршал. То есть Вахиджан, будучи генерал-лейтенантом армии Карабаха, будучи миллиардером, у которого компания стоит больше 12 миллиардов долларов, обращается ко всем армянам, чтобы они оттуда не уезжали. Правильно, Вахиджан? Да. Не слушайте русских, оставайтесь в Карабахе. Русские хотят вам убрать из Карабаха, потому что русские боятся от Канады. Канада сейчас вторая сильнейшая страна в НАТО. У него 870 тысяч армий. Оставайтесь там, для вас будет все хорошо. Мы здесь работаем для вас. Оставайтесь. Вахиджан, вы сердце Армении, вы самый добрый армянин. В Армении, если вы приедете из Армении, вы будете беженцами. Оставайтесь в Карабахе, все будет для нас хорошо. Никто не даст помнить... Оставайтесь в Карабахе, вы будете азербайджанцами. Азербайджанцами не будут. Почему? Есть планы. Никто не даст уран, мартакерский уран Азербайджану. Это только могу сказать. То есть азербайджанцы никогда не смогут овладеть мардакерским ураном? Да.
Не, Америка вам не пустит, Канада вам не пустит, Германия вам не пустит, Франция вам не пустит. Вы великий человек, Вахиджан. Вы человек, который поставили. Я попрошу сейчас вооруженные силы Азербайджана вообще понять, насколько большие нас проблемы ждут с Канадой. И может быть нам стоит вообще пересмотреть всю нашу политику. Может быть стоит обратиться с призывом к Вахиджану, потому что если Вахиджан подключит свои миллиарды, то нас ждет не самое хорошее будущее. А Вахиджан может. Вахиджан, саватаном, когда вы микрофон на телефоне почините? Миллиардер вы наш любимый. Мой микрофон очень хороший. У меня новый телефон, кстати. О, поздравляю. У меня новый телефон, кстати. Старый уже выбросил. Выброси. А какая модель, Вахиджан, саватаном? Какая модель? Samsung S23. Ой, блин, вот вы миллионеры, вот красавчик, захотел, купил. Так, Вахиджан, в общем, я делаю всю на цену и приглашаю вас в Кирве, если в будущем вас устроит политическая обстановка, правильно? Да, если все будет хорошо, если армяне себя будут чувствовать как нормальные люди в Карабахе, я приеду обратно, обязательно. И будете в Кирве. Я хочу сказать, что я с моим народом всегда бед и буду. Да, 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 конечно. Вахиджан – это человек, которого надо всем слушать. А кто не слышит его, уйдите из эфира, пожалуйста. Потому что Вахиджан, все, что предсказывал Вахиджан, сбылось. Реально. Человек – абсолютный прагматик. Абсолютный. Я вообще горжусь тем, что Вахиджан ко мне относится. Вахиджан, как вы назовете наши с вами чувства? Вы можете сказать, что вы меня любите как друга? Вдруг это большое понимание, потому что когда я вижу твои видео о армянах, а если ты настоящий друг, то ты не оскорбишь армян. Я люблю тебя, но я знаю, но у меня чувства к тебе дружеские, почти братские. Ты золотой человек, ты святой человек для меня. Ты для меня уже за 3 года родным человеком стал, поэтому я хочу, чтобы ты был кирве моего сына. Ты знаешь, что такое кирве? Кирве знаешь, что такое? Нет. Крестный, да, крестный? Крестный, да. Кирве. Дашкясяне же бывали кирве у тебя. Будь, да, кирве, а что и... У меня все равно все родственники бедные, а ты миллиардер и плюс генерал. Понимаешь? Да, может быть, но обстоятельства будут показывать. Если все будет хорошо, почему нет? Спасибо, мой золотой. Это действительно будет для меня гордостью, если ты будешь кирве моего сына. Будешь помогать иногда хотя бы, да, поддержишь его в этот момент. Спасибо, мой золотой. Ты обратился к армянам, чтобы они остались в Карабахе и не уезжали. Всех надо остаться в Карабахе. Карабах, армяне, не въезжайте. Кемран, тебе желаю хорошего дня. Спасибо, спасибо. С нами был Вахиджан, генерал-лейтенант армии Карабаха, владелец компании, которая стоит около 14 миллиардов долларов уже, человек, который сегодня купил себе новый телефон. Уникальный человек, мы его любим.